В 1880-е в России возникает мода на все русское. Константин Маковский по-своему реализует этот вопрос. Он изучает женские наряды 15-17 веков и создает серию полотен современниц в образе русских боярин и боярышей, в том числе картины «За прялкой» или портрет дочери Ольги и знаменитую «Боярышню у окна». Кстати, женщины на Руси, независимо от знатности происхождения, носили под сарафаном льняные рубашки. Только в боярских семьях для одежды использовали тонкую ткань. В такую батистовую рубашку и одета боярышня на картине Константина Маковского. Художник создал сказочно-романтический образ молоденькой боярышни, предыдущий кудель на открытой террасе дома, окруженного парком или садом. Задумчивая красавица в высоком, узорчатом, расшитом жемчугом кокошнике погрузилась в мечты. Бледный изумрудный цвет длинного сарафана с золотой каймой и цветочным узором перекликается с желто-зеленой листвой деревьев. Всегда чуткий к деталям своих картин, Константин Маковский тщательно выписывал фигурные детали большой деревянной прялки, обрисы которых повторяются в форме балясин и резных столбов дома. Гармоничная композиция картины соотносится с умиротворяюще спокойным состоянием модели, дочери художника Ольги. На период создания полотна приходится пик общественного увлечения коллекционированием предметов русской старины – одежды, утвари, резных прялок и посуды, лубков, икон и тому подобное. Этот интерес находил выражение в костюмированных балах, проводившихся знатью. Самый известный из них – бал «Маскарад» в русском стиле – был приурочен к 290-летию царствования дома Романовых, отмечавшемуся в Зимнем дворце в 1903 году. Обладая богатой коллекцией русского и западного искусства, Константин Маковский также собирал вещи крестьянского и купеческого быта и нередко использовал их в своих произведениях. Головки хорошеньких боярышень в кокошниках разной формы, с ожерельями, серьгами, расшитыми камнями, оплечьями составляют целую серию в творческом наследии мастера. Некоторые из них становились прообразами для героинь крупных композиций, другие охотно раскупались на выставках. Но все вместе они отражали поиски национального стиля, идеального типа, женской красоты. Картина была подарена Третьяковской галерее американским бизнесменом и коллекционером Армандом Хаммером в 1995 году.